Идем дальше. Константин Иванович Расторгуев. Я написал так: видный общественный деятель. Но личность, конечно, государственного масштаба, это однозначно. И вы можете прочитать, что он депутат Государственной Думы 3-го и 4-го созывов, то есть до революционного периода, 7 по 17 год. Вот. И, если вспомнить историю Думы, то в 6-м году первый созыв. Она была очень левой, Николаю Второму не понравилось. Второй состав избирается. Тоже императору не понравилось. И только 3-я Дума оказалась для него более приемлемой. Она остается и отработала полностью свой срок до 12 года. Вот. Ну а теперь о Константине Ивановиче. Ну, купеческий сын, его отец был купец первой гильдии. Кстати, ну да, сейчас я скажу об этом. Вот, женат вот он был на Лидии Михайловне, к сожалению, ни ее происхождение, ни фамилия неизвестна, сословие, ну я думаю, тоже что из купечества где-то. Вот, к сожалению, вот не удалось найти. Детей у них не было. И вот я скажу, что он, конечно, большую работу вел в Государственной Думе. Он сразу же примкнул, я так скажу, что к фракции октябристов или 17 октября. Вот, в этой фракции работал. Кстати, когда в третий созыв избирали Думу, всего было 6 человек от Тульской области, от Тульской губернии. Вот. Представляете? Причем князь Урусов, князь Шаховской и граф Бобринский, двое, один из мещан, один от крестьян, и от купцов единственный был вот, Расторгуев, Епифанцев был единственный. И вот он занимался там, ну, некоторыми такими вопросами важными. Ну, сейчас я назову их. Просто такие названия очень. Так, отвечал он. Об изменении земского избирательного закона, участвовал в обсуждении земского положения и отвечал за вопросы о торговле и промышленности, о путях сообщения, по рабочему вопросу, по упорядочению вывозной хлебной торговли за границу. То есть вот эти названия сейчас для нас как бы они немножко диковаты, да, у нас сейчас по-другому называется, а тогда вот именно назывались так. Конечно, являясь депутатом Государственной Думы, он максимально старался помочь своей родной Епифане, Тульской губернии, уезду своему. И вот он, и конечно же, вот опять мы возвращаемся к Куликову полю, к именно Красному холму. Деревня Ивановка была владением купцов Расторгуева. И вот, например, в 1880 году, 500-летие Куликовской битвы, его отец Иван Константинович отвечал за угощение войск, которые участвовали в праздновании, понимаете? А когда, вот, ну, сотрудники музея наши все знают, когда строился храм Сергия Раночка, был создан комитет по его сооружению. Возглавлял его Александр Васильевич Алсухин. Вот. А потом Юрий Александрович, его сын, и вот Константин Иванович и брат Петр Иванович Расторгуевы, они были членами этого комитета. И вот, будучи депутатом Государственной Думы, Расторгуев Константин Иванович сначала добился через Синод в 2016 году, чтобы выделили 1000 рублей на отопление этого храма, на покупку дров. Вот. Почему? Потому что все было подготовлено уже для написание фресок в этом храме. Вот. А в 17 году, в марте, он опять обратился в Думу и с просьбой в Синод Святейший, чтобы выделили 5000 на завершение строительства храма. Это тоже было выделено. Но, к сожалению, мы знаем, что в итоге все было подготовлено, и иконы были написаны, и так далее, и так далее. Вот. Но Из-за революции храм осветили в 18 году не расписанный, простенький был иконостас, к сожалению, мы о нем ничего не знаем, как обычный приходской храм, хотя он планировался как храм-памятник. И вот дальнейшая его судьба. Когда большевики взяли власть, в частности в Епифане, они первым делом обложили налогом самых состоятельных людей. Общая сумма составляла 600 тысяч рублей, громадные деньги. 25 тысяч из них приходилось на Константина Ивановича. Он выплатить их не смог или отказался, но его заключили в тюрьму. Потом он, после того, как его освободили, он некоторое время прожил в Козлове, современный Мичуринск, потом в Орле, и в конце концов он потихонечку сел где-то в 1933 году в небольшом поселке под Москвой Клязьма. Жил там на улице Чайковского, дом номер 2. Вот. И, так сказать, последние годы просто коротал на своем участке, вместе с женой они работали, ковырялись, так сказать, на своем участке. И я иногда так говорю тоже, я в некоторой степени являюсь его, можно сказать, биографом. В каком плане? Вот это то, что собиралось постепенно, а когда перед 6-м годом, перед выпуском энциклопедии по Государственной Думе, некий Николаев из Санкт-Петербурга, я забыл, Борис как по отчеству, он позвонил и попросил: Федор Васильевич, а не могли бы вы установить дату его смерти? И вот я как раз один день встречался с потомком Оводовых, вот с этим, с преподавателем Димой, завкафедрой философии, а на другой день я поехал в Клязьму на электричке. Пришел в администрацию, потом в школу, они о нем вообще не знают ничего. Вот, просто там краеведа нашел, я женщина такая в годах была, мы ничего не знаем. Вот, она очень благодарна, я фотографию, материал ей отдал, и так далее про него. Вот, а потом я решил, мне посоветовали съездить в райцентр, Пушкина, в ЗАГС. Я приехал туда, они как раз были на обеде, тут открыли. Я попросил удостоверение музея Куликово поле, показал там все. Она говорит: да. Мне, правда, потом некоторые люди говорят: слушай, вы же не русские, как тебе дали-то эти данные? Вот. Она говорит: вы придите, пожалуйста, завтра, послезавтра или через день. Я говорю: вы знаете, я завтра уеду, я живу в Тульской области. Я оставил ей телефон, и через несколько дней она позвонила, дату смерти и жены, она в 50-м году, а он в 55-м умер. Вот. Тоже, к сожалению, место захоронения их не обнаружено. Но дальше что хотелось бы сказать. Многие люди задают такой вопрос. Вообще это удивительно, просто как депутат Государственной Думы, да еще октябрист, пережил все эти круговерти сталинских репрессий, и вообще он дожил до 55-го года. Я когда начинаю анализировать, наверное, он там тихонечко в своей Клязьме сидел, но раз даже люди, о нем никто ничего не знал. Все-таки, смотрите, фигура какая. Да, я когда сказал в Ивановке, что у вас жил помещик такой-то депутат Государственной Думы, надо про него подсобрать материал. Вот, так что кстати, в интернете, число она мне когда прислала, 27 мая 1955 номер. Вот. А в интернете почему-то тоже, как правильно, не знаю, Википедия, да, или Википедия, я не знаю, как правильно сказать, там написано: родился, это известно было, а умер в 1935 году. Вот. Такая ошибка, мы с Любой, с нашей котикой, пытались исправлять, не знаю. Вот. Но и когда говорят, может быть, там неправильно дали, но у меня есть в электронном виде несколько открыток, в том числе открытка, писанная его из Клязьмы своей племянницы, датирована 1954 годом. Так что здесь не так. А видимо, когда делали Википедию, там, значит, неправильно ввели. И таких примеров немало. Следующий уроженец Епифания Михаил Александрович Кедров, из дворян. Российский военно-морской деятель, вице-адмирал. Ну, узнал я о нем так неожиданно. Дело в том, что, будучи молодым человеком, он в Епифане, проезжал частенько в Епифань и дружил с дочерью Николая Ивановича Расторгуева, купеческой дочерью. И вот Ольгой Николаевной и ее внучка, наверное, внучка, не правнучка, вот, она мне рассказала этот эпизод. И, собственно, первое, она прислала, она теперь у нас в фондах есть газета, не помню, как называется, там вот эта фотография была. Там как раз писалось в этой газете о героях русско-японской войны. Он один из героев. Он закончил начальное образование в Епифанском училище, получил, потом морской корпус, он в Москве, потом в Санкт-Петербурге закончил, и вот потом русско-японская война, служил на различных кораблях, там Цесаревич, Петр Великий и так далее, и так далее. Вот, и затем, ну, естественно, он рос, и вот в один... то представлял российский флот в Англии, а после возвращения из Англии началась как раз вот эта вот Первая мировая война, и он был поставлен капитаном первого ранга, в звании капитан первого ранга, капитаном вот этого корабля, Гангут, линейный корабль. Я не случайно поместил вот эту вот книжечку. Валентин Пикуль в своем произведении «Моонсунд» много уделяет внимание вот этому кораблю и лично Михаилу Александровичу Кедрову. Когда совершилась революция, Михаил Александрович ее не принял. И он оказался, ну, мы будем говорить, мы все на стороне были как бы красных, а он оказался на стороне белых и воевал в белой армии. И вот в 1920 году, да, он, вот, когда уже после Гангута ему было присвоено звание контр-адмирал, вот, а уже в 2020 году, находясь в Крыму, там оставался последний оплот Белой армии, командовал которой Врангель. И вот именно Врангель присвоил, назначил его командующим Черноморским флотом и присвоил ему звание вице-адмирала. И вот Михаил Александрович последний, так сказать, что сделал, в чем его, в общем-то, величайшая, можно сказать, заслуга. Вот об этом писал Врангель в своих воспоминаниях. Кедров имел репутацию исключительно умного, решительного и знающего моряка. При личном знакомстве он произвел на меня наилучшие впечатления. После некоторых колебаний адмирал Кедров изъявил согласие, должность принять вот этого вот командующего. Этот выбор оказался чрезвычайно удачным. Беспримерная в истории исключительно успешная эвакуация из Крыма российских кораблей в значительной мере обязана своим успехом адмиралу Кедрову. Ну, я всегда привожу такой пример, как все мы помним, служили два товарища. Помните этот фильм, нет? Янковский и Быков там, Ролан Быков играет. И там такой момент, когда Владимир Высоцкий на бреке на своем, на пристань прискакал, хотел с лошадью туда, а там битком этот корабль стоит, все это. Вот, и он вынужден был абрека оставить, тут вот он бегал, в море прыгнул, вот такой момент просто. Вот как раз выводом вот этих вот кораблей руководил Михаил Александрович Кедров. Вот. И, наконец, вот на нижней фотографии, значит, это звучит так, сначала вывод из Крыма кораблей, потом они в Константинополе были, а потом перешли, скажем так, потому что моряки всегда говорят, мы не плаваем, плавает в проруби, вот, а мы ходим, понимаете? Вот. И вот на этой фотографии как раз вот он слева стоит, Михаил Александрович Кедров, и он командование вот этим все эскадры, что он вывел, передает вице-адмиралу Березу. И дальше уже все. То есть в дальнейшем огромную роль он играл в русской эмиграции, возглавлял там различные эмигрантские общества. И когда в 1945 году Красная Армия победила фашистов, он был в составе делегации, которая посетила посольство в Париже, советское посольство, и выразил вместе со всеми восторг тому, что и поздравлял советское командование с победой над Германией.